Всем привет! Меня зовут Василиса, и вы на моем канале. И угадайте, что я сегодня делаю? Сегодня я на аэродроме, и я буду прыгать с парашютом. Мне очень стрёмно, а еще сегодня очень плохая погода. И я первый раз, и мне сказали, что я должна буду приземляться задом. Я очень надеюсь, что я ничего себе не сломаю. Или сломаю хотя бы одну ногу, а не две. Поэтому оставайтесь со мной. Поехали! Самим прыжком нам необходимо потренироваться в аэротрубе. Голова смотрит наверх и прогибаемся сразу. До тех пор, пока вас два инструктора с двух сторон не взяли, мы не пытаемся лечь на потом. Пока еще не страшно, пока еще нет. Принцип раскрытия стяжки. То есть никаких колец, зацепят в самолете. Затрос. И при вашем отделении. Это самое простое, что может быть, да? То есть даже если не надергать кольца, Все, посмотрели, купол наполнился, как я напоминаю, сзади прошло три щели, да? Короче, мы прошли трехчасовую подготовку, подготовились морально, поели, попробовали, как это висеть в парашюте. Но мы никуда не прыгаем и не летим, потому что ветер, и дождь, и все плохо, погоды нет, прыгать не разрешили. Короче, это очень печально, и я очень расстроилась. Но я приеду сюда обязательно через 2 недели и попробую снова. Но сегодня не судьба, простите. Тут еще есть педали для меня специально.
на этом все. Мы сегодня никуда не прыгнули, но зато полетали на самолетике. Очень жаль, придется ехать сюда снова, потому что я обязательно должна снять для вас видео, где я прыгаю с парашютом, и я сама очень хочу это сделать. Поэтому обязательно ждите. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк.